SCP-1087. Белый долгопят». Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1087 содержится в Дендрарии, зона 38, обеспеченным несколькими видами насекомых и мелких птиц. Для удовлетворения диетических потребностей объекта, сотрудники, не являющиеся подопытными, должны входить в Дендрарии 38 только в дыхательных аппаратах фонда «Тип-2». Тестирование эффектов SCP-1087 может производиться на сотрудниках класса D, однако во избежании помех в прочих исследованиях такие опыты следует проводить между 22.00 и 6 часами утра. Сотрудники класса D, попавшие под воздействие эффекта SCP-1087, должны быть заблаговременно устранены до того, как сотрудники фонда успеют нанести себе вред при попытке достичь их. Описание. SCP-1087 представляет собой самца белого филиппинского долгопята, примерно 5-летнего возраста, 700 грамм веса. Слюна SCP-1087 содержит неизвестное химическое вещество, не вырабатывающееся в организме объекта естественным образом. Вещество само по себе инертно, однако при попадании в кровь млекопитающего оно достигает экзокринных желез жертвы и изменяет их биохимические функции. Это приводит к производству и выделению организмом жертвы феромона, обозначенного как SCP-1087-1. SCP-1087-1 выражается во всех экзокринных же... Вырабатывается во всех экзокринных железах одновременно, выделяясь с кровью, слиной, потом и отходами. Жертва производит феромон в э, высоких э, коэффициентах, э, концентрациях. Доза секречна, микрограмм на литр, что может привести к истощению и обезвоживанию. На фотографии SCP-1087 в дендрарии зоны 38. Млекопитающие, контактирующие с SCP-1087-1, становятся агрессивными в отношении выделяющего его существа с нарастанием концентрации феромона эта агрессивность возрастает, что в итоге приводит к тому, что выделяющее CP1087-1 существо подвергается нападению всех находящихся поблизости млекопитающих. В крови жертвы содержатся наиболее высокие концентрации CP1087-1, потому когда нападание, нападение при, приводит к кровотечению из э, округе собирается еще большее количество животных и присоединяется к нападению. Эксперименты показывают, что фактически невозможно спасти зараженное существо, если спасатель не оснащен стандартным дыхательным аппаратом типа 2 или выше. Без защиты органов дыхания спасатель попадает под действие cp 1087 1 и также атакует жертву. Как только жертва погибает, все нападавшие покидают место убийства, не пытаясь потреблять мясо жертвы. По-видимому, находящиеся под влиянием SCP-1087-1 животные воспринимают такое мясо как несъедобное сам SCP-1087, не восприимчив к эффектам SCP-1087-1, и без проблем поедает мясо жертвы, когда уйдут другие хищники. SCP-1087 настороженно относится к людям, но может атаковать человека, если чувствует, что это можно сделать с относительно небольшим риском. В этом помогает им естественный для долгопряда ночной образ жизни.

SCP-1087 был обнаружен после серии необычных гибелей скота, в том числе случае, когда корова была растоптана до, смерти другими коровами, а затем съедена неизвестным мелким хищником, но не тронута другими животными. Обследование прилегающих районов привело сотрудников фонда к сараю в нескольких километрах от места происшествия. Сарай был заброшен. Его владельцы отбывали тюремные заключения после после убийства ими своего восьмилетнего сына мобильная оперативная группа обезвредила обнаруженного внутри сарая SCP-1087 с помощью анестезирующего газа и доставила его на содержание в зону 38. Дальнейшее расследование позволяет предположить, что серия необычных убийств по всему юго-востоку США возможно имела связь с SCP-1087, поскольку на телах всех жертв имелись следы укусов маленького примата. Однако убедительных доказательств в в пользу этой гипотезы не найдено.